Всем привет, ребята! Сегодня я играю на карте подписчика. Сегодня мы будем проходить карту моего друга из Роблокса Виндая. Давайте же посмотрим, что тут такого интересненького и прикольненького. Виндай пишет, что мне не будет подсказывать. Да, конечно, так будет круче, потому что ты-то по-любому все знаешь, где находится, потому что ты ее строил. Так, ребят, я взял голубую карточку. Давайте посмотрим, что это за дырочка. Я полезу сюда и посмотрю. Слушайте, тут какой-то лабиринт, даже я бы сказал. Так, Пигги начал искать. Так, ползем дальше. Интересно, откуда Пигги-то появляется? Я даже не знаю, где он ее поставил. Может, он ее поставил, откуда я сейчас вылезу? Надо быть очень-очень-очень осторожным, ребят. Так, посмотрим. Не, вроде нету ее никто. Давайте выбежим сюда. Так, куда это мы попали? Что здесь происходит? Есть динамит, зеленый ключик. Эта дверь закрыта. Так, карточка сюда не идет. Так, что ж сюда такое подойдет-то? Давайте поэкспериментируем. Может, зеленый ключик? Давайте его возьмем. Сейчас я его попробую. Так. Нет, не подходит, ребят. Как же здесь все запутано-то? Давайте динамит. Мало ли это другой стороной как-то дверь повернута. Хотя обычно дверь, она такая треснутая для динамита. Да, это не то. Ну, я возьму зеленый ключик и побежим дальше. Опять в дырочку залезем. Ничего себе, Виндай, какие ты тут лабиринты настроил. Это же вообще какое-то. Так, где-то там что-то топает. Я не понимаю, Виндай где-то бегает. Он ее, наверное, отвлекает. О, я видел его кроссовки. Виндай, Виндай, подожди, подожди, подожди меня. Так, я тут запутался куда-куда. Да, вот, все, побежали, побежали. Так, надеюсь, нас здесь Пигги не ждет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, это я зря понадеялся. Ай-яй-яй, я сейчас не готов умереть еще. Подожди, подожди, Пигги, подожди. Придется свой завтрак отложить чуть-чуть. Так, вот и первая дверь, которую мы откроем. Аккуратненько, сейчас я дам чуть-чуть кружок, чтобы оторваться от нее и посмотреть, что же за той дверью. Ай, какая ты настырная, да отстань ты от меня, что ты привязалась, это такая. Так, здесь и молоток есть у нас, так, да что ж такая она не отвязывается-то. Молоток, ладно, потом возьму этот молоток. Хотя нет, все, что можно взять сейчас, лучше взять сейчас, давай, иди. Ай-яй-яй-яй, еще чуть-чуть. Так, ну что, побежали, теперь зайдем туда и посмотрим, что нас там ждет. Так, что здесь? Тупик! А, Виндай, Виндай, ты зачем это сделал? Он меня сейчас съест. Так, там оранжевый ключ, да, я видел оранжевый ключ. Оранжевый ключ, где же у нас может быть оранжевый ключ? По-моему, я еще не видел оранжевой двери. Эти солдаты еще мешаются. Неправильно Виндай написал. Конечно, неправильно, я ж не знаю, как проходить. Подожди, ну мы сейчас во всем разберемся. Возьму этот ключик. Ай-яй-яй-яй-яй, она мне наступает на пятки, Виндай. Отвлеки ее хоть чуть-чуть. Ай, спасибо, спасибо. Так, пойдемте посмотрим. Да, а это желтый, это не оранжевый. Что я сюда воткнулся? Давайте дальше побежим по коридорчику. Так, здесь что у нас ждет? Ай, молоток! Зачем я его там оставил? Он же у меня был в руках, ребята. Придется идти брать молоток. Спасибо, Виндай, что ты ее отвлекаешь. Это просто суперски. Спасибо тебе за это. Так, мой молоточек возьмем и пойдем сломаем те досочки. Посмотрим, что нас там ждет, ребята. Ой, солдат, осторожно его. Они тоже такие непредсказуемые стоят. А потом как рванут и все. Так, все. Так, что у нас здесь? Тут лесенка куда-то наверх. Все горит. Блин, оранжевый ключ, ребята. Ну ладно, пистолет возьму, туда чуть-чуть его подгоню поближе. Побежали, побежали за оранжевым ключиком. Так, Виндай еще все борется с ней. Смотрите, он круги наматывает. Давай, давай. Ребят, это было очень жестко. Чуть-чуть и солдат бы меня уже все поймал. Да я... Ай, она у тебя что, непробиваемая, что ли? Подожди-ка, я еще возьму пульки одни. Так, иди сюда, иди сюда. Так, давай солдата тогда лучше. Иди сюда в голову. И он непробиваемый. Ничего себе. Ладно, патрончики закончились. Какие они непробиваемые. Пигги непробиваемые. Солдат непробиваемый. Все непробиваемое. Где мои ключи? Ай-яй-яй-яй-яй. Как же здесь тесненько-то. Осторожно, осторожно. И этот еще что от тебя ждать-то непонятно. Вот это трэш, Виндай. Ты здесь настроил, конечно, прикольненько, прикольненько. Так, подожди, да, сюда, сюда, сюда. Да я уже запутался, ребят. Я первый раз играю на этой карте, еще не знаю, что к чему. Но это и прикольно, потому что новые эмоции, новая карта. Обычные карты Пигги мы уже прошли все по несколько раз, уже знаем, что там происходит. Так, зеленая карточка. А, зеленая карточка, что же с тобой делать-то, я не знаю. Ну, давайте побежим, посмотрим. Так. Так, ребят, я возьму динамит и оставлю эту карточку, потому что я не нашел пока, куда ее положить. А динамит уже здесь рядом. Давай взорвем и посмотрим, что нас там ждет. Ой, надо отойти, а то еще... Да, супер. Так, здесь, здесь, здесь. Чок. Ага, разводной ключ и пульки. Так, ну ничего особенного. Так, голубая дверь, надо ее запомнить. А здесь что закрыто? А, это желтая. Ну тогда и открывать смысла нету. Это где этот поросенок стоит, Джордж, оттуда? Тогда пускай закрытой будет.
Так, винда решил мне подсказать, ребята. Я тут чуть-чуть кругов помотал чуть-чуть кругов, и винда решил мне помочь. Он взял красный ключ и повел меня. Он, наверное, ему уже надоело смотреть, как кролик круги наматывает. Я просто не мог найти этот красный ключ и до сих пор не знаю, где он. Но спасибо, что Виндай мне помог. Так, давайте откроем красную дверь и посмотрим, что здесь будет. Так, еще один динамитик. И вот этот желтый ключик. А желтый ключик это от той двери, да, где поросеночек стоит. У нас Джорджик. Ну, давайте все равно ту дверь откроем. Так, наверное, будет интереснее и быстрее пробегать там, чтобы не нарезать эти круги и в обходную не бегать. Так, сейчас посмотрим, где же наша Пигги. Надеюсь, она нас не ждет. Все, да. Мы открыли эту дверьку, и все, и сразу тут очутились. Виндай, вот это ты лабиринтов наделал. Так, ребят. Все, я уже... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, опять эта Пигги меня преследует, голубой ключ. Да, голубая дверь, она внизу. Виндай, отвлеки ее, пожалуйста. Молодец, спасибо большое. Так, все, схватили голубой ключ. Где-то здесь была эта дверь, я помню, помню. Да-да, вот она. Супер, супер, ребят. Мы все ближе и ближе к концовочке. Так, это что у нас? Огнетушитель, да? Ну, давайте его возьмем. Пожар, пожар, да, я видел пожар там на втором этаже. Так, посмотрим сразу, что здесь происходит. Ничего вроде не происходит. Нет, давайте сначала зеленую карточку возьмем. Потому что зеленую карточку, ребят, я видел там, где Виндай открыл красную дверь. Там была дверь с зеленой карточкой. Давайте быстрее туда пробежим и посмотрим, сможем ли мы ее открыть. Че, тут Пигги ведешь, что ли? Опять это Пигги, как ты мне уже надоела. Ай, ну все, хорошо, все, вроде проход чист, побежали быстрее, ребята. Сейчас мы откроем эту зеленую дверь и посмотрим, что же за ней происходит. Ребят, пока я бегу, кто еще не подписался на канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте колокольчик, тогда вы будете в курсе всех новых событий на моем канале. Так, здесь что у нас? Фиолетовый ключ и красная карточка. Яблочко Джорджику потом отнесем, пока нам не до яблочек. Так, где же здесь, где они? Надо быть аккуратным, потому что они где-то здесь, Пигги, Винда и Пигги. Так, аккуратно, аккуратно. Вроде все спокойно. Ай-яй-яй-яй, не все так спокойно, как кажется. Так, так, бежим, бежим, бежим осторожненько. Так, все, я в ловушке? А, я в ловушке, ребята! А, все, сейчас... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, нет, 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 я просто так не сдамся, не сдамся. Я просто так... Отстань от меня, отстань от меня. Ой, какая она настырная, настырная. Подождите, я возьму огнетушитель. Нет, я его, наверное, не смогу взять. О! Виндай, спасибо тебе большое, ты дал Джорджу яблочко, и он смог остановить эту Пигги. Ну что, побежали, пока у нас есть время. Молодец, еще и дверь закрыл. Виндай, нельзя же так. Ну давай аккуратненько, так, побежали, так, так, огнетушитель был. Да, здесь, по-моему, да, точненько. Вот, да, вот эта дырочка горячая, давайте ее потушим. И поползем, посмотрим, что же тут происходит. Виндай, ты очень любишь делать туннели, я это понял. Так, а здесь тут фиолетовый ключ. Фиолетовый ключ, я видел. Да, где-то его сейчас видел недавно. Да, по-моему, где я карточкой открыл вот эту дверь. Да, ребят, я точно там его видел. Сейчас мы побежим туда быстренько, посмотрим. Ага, Виндай пока борется с Пигги, продолжает бороться, так сказать. И как нам теперь пройти... Ай, это Пигги, что ж она такая-то? Здесь еще такой узкий коридорчик, я даже не знаю, как пройти. А вот Виндай побежал, это наш шанс. Все, отлично. Идем. Она за нами увязалась или нет, за Виндаем пошла? Надеюсь, что она пошла за Виндаем, а не за нами. Так, ну все, ключик мы взяли, теперь побежали туда. Так, где же она? На, все тихо, все, бежим. Сейчас мы откроем ту дверьку и посмотрим, что там происходит. Да, конечно, здесь такое квест пошаговый прикольненько. Туда-сюда надо бегать, все ключи разбросаны по всей карте. И карта, я вам скажу, довольно-таки немаленькая. А вот и наша красная карточка. Супер, ребят, очень-очень-очень классненько. А это окно туда, смотрите, ведет. Прикольно. Так, здесь больше ничего не было. Так что побежали назад. Будем открывать нашу красную дверь. Точнее, дверь красной карточкой. Вот. Ну что, ребят, так, подождите, я тут чуть-чуть... Давайте... Нет, не сюда. Так. Ой, как здесь так непривычно-то. Ну и первый раз, ребят, вы должны понимать, здесь очень-очень все запутано для меня. Я просто не успеваю запоминать, где лежат эти все предметы. Виндай, откуда ты появился? Очень прикольненько. Так, красную дверь открыли, и что? Свобода, свежий воздух!
Не тут-то было, тут еще какие-то кислотные пятнышки. Так, осторожно, здесь еще два солдата контролируют ситуацию. Так, голубая карточка. А-а-а, назад за голубой карточкой. Виндай, вот это ты. Да, я тут уже все себе кроссовочки стоптал туда-сюда бегать. Но, надеюсь, мы пройдем будет. Столько стараний есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ребят, вот это я напугался. Это так, очень было опасно там, ребят. Так, взяли нашу голубую карточку. Идем сюда. Джордж, не тоскуй, скоро тебе яблочко принесем, если будет свободное время. А мы пока побежали быстрее открывать это все. Так, бежим, бежим по этому коридорчику. Сзади никого. Отлично. Так, ну что, ребят. Ребят, кстати, напишите в комментариях обязательно ваше мнение об этой карте. Мне очень интересно послушать. Да я думаю, Виндаю будет прикольно послушать, что вы думаете о его карте. Скажите плюсы, минусы, что бы вы поменяли. И также, если у вас есть своя карта, обязательно приглашайте поиграть на нее. И мы снимем прикольные видео. Во, белый ключ нашел. Класс, ребят, все, белый ключ это к спасению. Это, в принципе, уже финишная прямая. Надо только осторожно выйти, чтобы нас солдаты не... Ай-яй-яй-яй-яй, как ты? Все, побежали. Теперь только осталось открыть белую дверь, как я понимаю, и мы сбежим, ребят. Это просто супер, супер, супер. Так, ничего не забыли после себя. Все это... Поползу-ка я в эту дырочку. Тут столько ходов потайных, что... Так... Налево-направо, винда идет слева. Пойдемте налево тогда. Так, откуда он выбежал, интересно. Очень-очень-очень интересно, куда... Так, что здесь? Это что такое? Стенка какая-то была, интересно. Ну-ка, давайте поближе посмотрим. Может, это какая-то... Нет, нет, ничего нет. Я думал, может, какое-нибудь тайное место там или еще чего-нибудь. Ну, классно. Так, ползем. О, там солдат. Он смотрит, по-моему, прямо на меня. А, осторожненько выходим. И все, да, ребят, да, Ай-яй-яй. Теперь нам еще нужен этот разводной ключ, чтобы дверь открыть. Побежал его искать. Не все так просто. Я думал, уже белый ключ сунуть, и все будет нормально. О! Виндай обесточил. Спасибо тебе, Виндай мне помог. Он обесточил эту штуку. Так, осторожно обойти теперь солдат, засунуть белый ключ. Ай, там еще и досочки. А, я стал взять молоток. А молоток я помню. Я его в самом начале оставил вот там. Так, Виндай, отвлекай. Вот так вот. Сейчас я возьму молоток, ребят, и все. В принципе, мы готовы, чтобы сбежать. Замок белый открыли, там обесточили. Остались только две эти доски. Давайте же возьмем быстрее молоточек и побежали. Все, ребят, очень-очень классненько. Да, прикольно, прикольненько мы поиграли. Надеюсь, сейчас меня никто не убьет, и мы спокойно сбежим. Ай-яй-яй, что ты за мной гонишься-то? Смотрите, она мне сейчас еще не даст доски разбить. Она меня преследует. Ай-яй-яй, отстань от меня, пиги! Как ты мне надоела уже за сегодня. Забагайся, что ли, на столе. Она еще через стол перепрыгнула. Нет, ребят, я боюсь, что я не смогу разбить сразу две доски, и она меня съест. А я этого очень-очень не хочу. Тогда весь путь будет проделан зазря. Сейчас надо... Гвинтай, где ты, когда мне ты так нужен? О, ничего себе, спасибо. Отвлеки ее, пожалуйста. Давай, давай, я побегу, сломаю эти... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, какая она опасная, ребят. Все, Виндай отвлекает, сейчас сломать доски и уйти. Всем спасибо, ребят, вы были на канале Счастливый Кролик. До новых встреч, пока-пока.